Okay. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 28-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволяет делать при прокрутке плавную смену изображения. Вот вы сейчас видите, да? Начинаю прокручивать, меняется изображение с панды на тигра. Вот такой простой эффект. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данного виджета. Итак, заходим в настройки виджета. Настроек немного, и у нас нужно загрузить сначала два изображения, которые Start Image, первое, это в начале появится, и End Image, то есть появится вторым, строчка ниже. Кликаем по первой ссылке «Добавить файл». Я выбираю одно изображение и кликаю по второй ссылке «Добавить файл». Также виджет, если нужно, вы можете растянуть за ползунки по ширине 100%, чтобы была она резиновая. Я буду показывать на примере вот этой области небольшой. Дальше это у нас эффект плавного перехода с картинки на картинку. Если вы сделаете вот здесь вот 0, то будет переход моментальный, резкий. Давайте посмотрим. То есть вот видите, картинка сразу сменяется. И можно здесь плавность увеличить до единицы. Я оставлю так же, как было 0,5. Дальше идет у нас вертикальное выравнивание по центру, по верху и по бутону, это по нижнему краю горизонтального выравнивания. Эти настройки действуют сразу на обе фотографии. Вот, в принципе, и все настройки данного виджета. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся с вами в следующем.